сколько там у нас? 263. Да, вот мы очень бы хотели сегодня быть здесь, но не смогли. Поэтому вот они передали виртуальный подарок. Вот в этой маленькой коробочке ничего не значит флешка. Она ничего не стоит, но информация, которая на ней большая. Какая красивая. Большой. Там фильм, который сняли все прихожане, которые хотели принять в этом участие. И смогли. Да, которые смогли принять в этом участие фильм. Где мы вам говорим все, что мы вас думаем, батюшка? Ой, как хорошо. Так что запасайтесь временем, смотрите, там не меньше часа. Батюшка, сиди вечером, посмотрим. Да, нас очень вдохновили слова, которые вы нам сказали на Пасху, когда поздравляли нас, что есть 263 по вашим скромным подсчетам семьи, которые вы вспоминаете в своих молитвах. Нам тут же захотелось всем быть в числе этих 263, и наша киностудия, мы так и назвали, 263. Правда, вот в этом варианте фильма пока там нет названия, и он так, это самое основное, короче говоря. Но мы вам на почту пришлем, может быть, более оформленный вариант. Но все поздравления здесь есть. Так что... Конечно, дорогая, это наш фундамент. Мы очень торопились, и да, поздравления сыпались до самого последнего дня, батюшка, поэтому в монтаж было трудно. Прислали. Монтаж 6 утра закончился. Ой, бессонная ночь, вот там комментировали. Это у Сережи. Береги свое здоровье, как бесценный Божий дар. Все, спасибо Божьему. Всем так же здоровье, помощи Божьей. Всех сердечно благодарю, мои дорогие. И самое важное, мои дорогие, чтобы молитва друг за друга не прекращалась. И любовь была всегда. Все пройдет, если любовь будет, мир будет на земле. Поэтому я желаю всем вам умножения добрых чувств молитвенных и расширения сердца и обещания благодати и любви.